Привет, друзья и гости моего канала. У меня водятся не только козы, куры, собаки, но и маленький аквариум. Мини-мини, литра на 4. Все мечтаю я о большом, красивом, хотя бы литров на 80, но пока что условия не позволяют. Как только переселюсь в новый дом, наверняка обзаведусь большим, с живыми растениями. Пока что радуюсь только таким. Очень хотелось бы живые растения и тому подобное, но вода у меня в колодце жесткая. Когда-то был у меня аквариум побольше с живыми растениями, но воду приходилось возить из Вильнюса. Дурь, правда. За 50 километров от мамы набирала в бачки и все привозила. Ну, пока что живем с таким. Потом будем что-то думать. Еще у меня, друзья, появилась такая проблема с курами моими. Завелись у них блохи, вши и всякая гадость. Вот купила такой вот препаратик, покажу. Климат. Серная дымовая шашка. Надеюсь, что эта штука нам поможет. Также хочу проглистогонить всех своих курочек, уточек. Пришло время. Я так понимаю, что есть паразиты, есть проблема, но только, опять же, проблема в том, что после глистогонки нельзя употреблять яйца около месяца. Вот поэтому такие вот сомнения у меня. Возможно, я проглистогоню всю мелочь подростков и цыплят, которые не несутся, а остальные будут кушать творог и много-много чеснока, как вариант. А может, и решусь проглистогонить всех, тогда яйца сама уже буду покупать. Ну, посмотрим, как тут у нас получится. Теперь вот здесь будут жить мои курочки-подростки. На днях у нас был очень сильный ветер, порвало парник, тот, в котором они жили. И пришлось нам срочно действовать. В хлев, к взрослым курам я не хотела их переводить из-за опасности, что они заразятся клещами и прочей гадостью. Поэтому перевезли их сразу к козам. Муж организовал им вот такой вот вольер, внутри вольера козьего. Сразу же через окошко они попадают в хлев. Я думаю, здесь им понравится. Травка зеленая. Птички, они беспокойные очень. Павловы вообще очень шустрые, пугливые птицы. Они шум могут устроить на ровном месте. Чуть что испугались или между собой какие-то разборки постоянно устраивают. То драки, то шум, то крики. Не представляете, какой шум был, когда я их отлавливала. Наверное, соседи, я не знаю, что подумали, потому что они так орали, как будто я тут ловила не кур, а каких-то ворон диких. Это было и карканье, и хрюканье. Прям самой страшно было от этих звуков. Но теперь уже они адаптируются, и все у них отличненько. А так живут курочки, вот это вот вид изнутри. Тут когда-то жили мои козочки, но этот вольер теперь будет под кур. Они еще стесняются немножко, но уже начали яйца двое нести. А это мои шелковые, подрастают уже больше 2 месяцев. Хочу как-то их соединить вместе. Пустить вместе. Вот надеюсь, сегодня может будет хорошая погодка. Запущу их в вольер. В вольере, я думаю, как раз их никто обижать не будет. Там на улице, имею в виду. Будем пробовать как-то знакомиться и дружить. Потому что очень неудобно, когда они живут отдельно в своем, а те птицы отдельно. Как же мне нравится наблюдать за их купаниями. Так задорно.
перышки моют. А рыжая тоже гуляла? Вот рыжая тоже в курсах. И все хотят и не знают, как добраться до воды. Да, бассейну хана. Ну, присоединитесь остальные.